Шериф Зимбру – классика молдавского футбола. В начале нулевых эти матчи собирали аншлаги. Сегодня такого ажиотажа нет. Впрочем, и теперь, несмотря на погоду, болельщики пришли на матч лидеров. Роман Пилипчук выпустил на поле уже привычный состав – Рикардиньо, Талал, Артундуага, Луванор. Также в основе – Бадолом, Бекели, Гарананга, Мамуни. Две недели они провели в своих сборных, участвовали в отборе на чемпионат мира 2026-го. Жоао Пауло остался в запасе, он уезжал играть за Кабо-Верде. Вернувшийся после травмы Луванор вышел на привычную для себя позицию нападающего и сразу забил на 8-й минуте. Дальше Рикардиньо напомнил, почему его называют маэстро. Амин Талал, соло-партнера, не испортил и забил. И от первого гола получил тоже удовольствие, от второго, и эпизодами выход из обороны очень хороший был, и то, что вот работаем, начало развития атаки от вратаря сейчас нравится, мы не боимся, не бьем его туда вперед, пытаемся сохранить, пытаемся переходить качественно в начальной фазе развития атаки в атаку. Начинал атаки Шерифа голкипер Тони Силич. В Суперлиге Роман Пилипчук делает ставку на него. Максим Коваль вместе с Дмитрием Челядником наблюдали со скамейки, как приднестровский чемпион обыгрывал Зимбру 2-0. Очень важна была сегодня игра и в плане турнирного положения, учитывая тот формат чемпионата. Одну задачу мы уже решили, дадим, посмотрим игроков, посмотреть. То, что касается Славии, понимаем, что приедет соперник, у которого, перед которым мы должны, мы проиграли там 6-0, попытаемся перед своими болельщиками исправить эту ошибку. Хотелось бы пригласить наших болельщиков, потому что помощь их нам очень нужна будет. Шериф все вопросы осени решил в Суперлиге, теперь только Лига Европы. Там шансы зацепиться за третье место в группе и плей-офф Лиги Конференций. Для этого надо обыгрывать дома Славию и забирать очки в Риме. При этом параллельно смотреть матчи Сервета. Отдавать долг Славии после поражения в Праге Шериф будет не в оптимальном составе. Заури и Габи Кики пропустят матч из-за красных карточек в матче с Серветом. Все остальные заявки на Лигу Европы здоровы и готовятся к игре в Тирасполе. Точно в хорошем настроении. Об этом можно судить по фотографиям из социальных сетей. Снег парней из теплых стран явно порадовал.